проект «Главная сцена» — это всероссийский многожанровый конкурс талантов, который проходит в разных регионах нашей страны. Организаторы челябинского тура отсмотрели более 100 номеров. Конкурс «Главная сцена» — это конкурс для всех желающих от 3 до 50 лет. Участники — это Челябинск и Челябинская область. Но на самом деле здесь у нас есть гости даже из Свердловской области, из соседних областей, которые мы тоже, конечно, рады здесь у нас видеть. Сам конкурс необычен тем, что у нас открытая система судейства, то есть после каждого номера все жюри поднимают средний балл по всем трем критериям. И также мы сделали дополнительные кубки за лучшую группу поддержки, чтобы родители, бабушки, дедушки как можно ярче поддерживали своих детишек. Совершенно новые номера, которые мы вот буквально недавно выучили и вывели на сцену. Мне очень нравится хип-хоп, вок и все, ну, всякие движения, которые дерзкие. На самом деле в этом коллективе танцует мой ребенок, и наш педагог организовала группу мам, которые танцуют непрофессионально. То есть мы впервые, у нас дебют, и мы очень сильно волнуемся, очень сильно переживаем, но надеемся хорошо выступить. Суть состояла в том, что мы ждем чего-то глобального, и по ходу номера к нам добавлялись новые люди, которые тоже это ждали, и в самом конце мы все-таки достигли своей цели и дождались. Для нас это уже второй такой конкурс. Жюри нам поставило, с оценками первой. Жюри нам поставило 6-8-8. Но я считаю, что для нас приемлемые оценки, да. Сегодня от меня выступало два ребенка, два моих ученика. Один из облаков как раз, ее зовут Беспалова Милана, она выступала под номером 14, она пела песню Кати Рябовой, она звучала на Евровидении в 2009 году, «Маленький принц», и пел Нарай Хачатрян, ему 16 лет, он выступал под номером 36, он пел песню Грувера Вашингтона «Just the two of us». Хореография и вокал, оригинальный жанр и инструментальное исполнение. На протяжении 13 часов жюри с помощью открытой системы судейства выбирает тех, кто же получит главный приз. На самом деле это в первую очередь мощнейший толчок в развитии. Это не обязательно победа, даже просто участие, когда коллективы, солисты делятся опытом, смотрят друг на друга, они учатся чему-то друг у друга, и это очень важно, не засиживаться, а показывать свои результаты. Очень хотим победить, ну и выступить, конечно, хорошо. Достаточно высокий, но ниже 7 не было. Мы очень старательно репетировали, мы старались, очень сильно готовились и очень сильно ждали. Надеемся на победу. Мы могли лучше, но что-то пошло не так, в какой-то момент там были ошибки, но мы будем это учитывать и убирать. 3 десятки. В качестве подарков лучшим артистам организаторы главной сцены вместе с партнерами подготовили сертификаты на запись песен, изготовление сценических костюмов, а также создание портфолио. Ну а победители получают внесение половины организационного взноса на финал чемпионов, который состоится летом в Абхазии.